Нас всех до единого! Мы должны защищаться! Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи славнее! Будьте бдительны, друзья! Шайтан всюду вокруг нас смотрит, ждет, искушает нас! Будьте сильными! Сильными, как Салах ад-Дин! И сражайтесь с врагом так, как можете! Будь проклят христианский король и его армия неверных! Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель. Какая? Невежество? Насилие? Безумие? Мы должны дать им отпор любой ценой. Неверный король хочет перебить нас. Если вас обнаружили, сбежать будет легче, убив. Подходите, посмотрите на мои товары! Вы глазам своим не поверите! Зачем это тебе нужно? Как странно. Зачем ты сделал это? Люди, подходите, посмотрите на мои товары! Вор! Грязный вор! Ну, помогите же! Забирайся! Спасибо! Спасибо! Я найду способ оплатить тебе, клянусь! Не тот, кто заварил эту кашу! Что здесь происходит? О, нет! Что случилось? Пощади, не трогай меня! Кто это сделал? Этого! Там она хашая! Там убилась меня! Позову стражу! Толпа от Нилей! А теперь что он делает? Английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния.
Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой! Мир и покой тебе, Альтаир. Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире? Боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. Ты смеешь красть меня на глазах. За это ты поплатишься жизнью. Он точно разобьется. Я вовсе не собираюсь ему помогать. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яффу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Так они послали тебя? Интересный выбор. Хотя не мне судить. Рафик просил меня понаблюдать за базаром, который Тамир зовет своим домом. И вот что я обнаружил. У юго-восточных ворот собираются некие люди, которые не очень-то ладят со стражей. Попробуй заслужить их доверие, и наверняка они смогут тебе помочь.
Умри, вор! На помощь! Помогите! Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Отстань от меня! Я ничего не сделала! Вор! Грязный вор! Вор! Грязный вор! Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидел? Умри, неверный! Ты заплатишь за свои грехи! Ты от меня не уйдешь! Неверный! У тебя нет ни малейшего! Убийца! На сторону! Слава Богу, ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге! Кто? Кто это сделал? Да проклянет Аллах того, кто это сделал! Где ты? Все сюда! Тебе не уйти! Аль-Баутун Ликетер! Это Даук-Круз! Ты видел раньше такое? Мне не доводи! Вор! Грязный вор! Бесполезно! Здесь его не найти! Вор! Грязный вор! Умри, вор! Ты смеешь красть меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью! С севера идет английский король и его... Зачем он это делает? Вор! Грязный вор! Смерть и ужас несут они нам! На помощь! Помогите! Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! На помощь! Кто это? Помогите! Отрублю! Неверный! Стражей! Слава Богу, ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге! Что это? Что здесь произошло? Огонь войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, ужас. Скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу! О, Боже! Кажется, за ним кто-то гонится. Пожалуйста, больше так не делай. Альтаир, рад видеть тебя невредимым. Я тебе тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Кредо, правда? Все сказал. Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Полагаю, ты узнал о своем враге все, что нужно. Да. Вот что я узнал. Тамир заправляет рынком Аль-Силах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей.
Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы? У него назначена встреча на его рынке, обсуждение важной сделки. Говорят, что самой важной в его жизни. Он будет занят своей работой, тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежен. Я отпускаю тебя. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Перемотка на более поздний участок памяти. Защиту нашей великой цивилизации. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. У меня есть то, что тебе нужно. Будьте бдительны, друзья. Поверь, здесь такого не случится. Здесь зачем он это делает? Ни шагу! Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все. Нравится? Только сегодня! Скидки на все товары! Подождите! Подайте хоть чуть-чуть. Что-то понравилось. Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все. Нет, умоляю, не уходите. Обошел кучу торговцев и не нашел монеток. Ничего нужного? Поверь, здесь такого не случится. Он сошел с ума. Господин, подайте. Я хочу есть, я так голодна. Подайте чуть-чуть. Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. Умоляю вас, господин. Всего пару монеток. Могу заинтересовать тебя своими товарами. Мои родные больные пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Пожалуйста, господин, у вас такой вид, будто не понимаете, у меня совсем ничего нет. Все. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного. Здесь, поверь, здесь нет, нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Мои родные больные пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Хоть что-нибудь для больной, голодной и нищенки. Подайте пару монет. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Взгляните сюда. Меня не интересуют твои расчеты. Цифры ничего не изменят. Твои люди не выполнили заказ, и из-за тебя я подвел клиента. Нам нужно время. Так говорят лентяи или неумелые. Ты из таких? Нет. А факты говорят иначе. Вот скажи, как ты собираешься разрешить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно. Я не знаю. Люди работают день и ночь. Но ваш клиент...
требует слишком много. И вести все – очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куешь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Много? Я дал тебе все. Без меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей. Все, что я прошу, вовремя выполнять заказы. А ты говоришь, что я прошу многого. Ты смеешь оскорблять меня? Нет, Тамир, я не хотел. Надо было прикусить свой язык. Нет, хватит. Хватит? А! Да я только начал. Нет, нет! А! Ой! А! Ай! Ты явился на мой рынок. Торговал с моими людьми. И посмел оскорбить меня? Ты должен знать свое место! Нет. Оставь здесь. Это будет вам всем уроком. Дважды подумайте, прежде чем говорить, что чего-то не можете. А теперь за работу. Я убью тебя на месте! Покойся с миром. Ты заплатишь. Вы все заплатите. Похоже, сейчас платишь ты, друг мой. Тебе больше не заработать на чужой боли. Считаешь, я простой торговец смертью, наживающийся на войне? Ты сделал странный выбор, не кажется? Почему меня, когда многие делают то же? Значит, ты считаешь себя особенным? Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев. Братьев? Он думает, я в деле один. Я лишь часть дела. Со своей частью работы. Скоро ты узнаешь об остальных. Им не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушаю их смерть. Столько гордости. Она погубит тебя, дитя.
До меня дошли известия о твоей победе, Альтаир. Прими мою благодарность. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Рафик, мне все равно, что думают обо мне другие. Как скажешь, Альтаир, тебе нужно рассказать все Аль-Муалиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Перемотка на более поздний участок памяти. Вылезайте, мистер Майлз. В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых.